Здравствуйте, я Марат Балаев, чемпион лиги ICB. Находимся мы сейчас в магазине Octagon Shop, который находится в Санкт-Петербурге, новый магазин на Суворовской 23. Мы сегодня разберем ММАшные перчатки. Часто спрашивают, как их выбрать, какое качество, какие из них более удобные для ведения боя, для тренировок и для боев. Ну, насколько я как борец, если человек борец, удобно и им удобно больше перчатки без защиты большого пальца. Вот для меня лично, как бы для борца, для захватов удобных, для этого всего, мне лучше без защиты пальца, к примеру, да? Здесь не присутствует защита пальца. Оно мне всегда было удобно как борцу, когда палец без защиты пальца, без защиты. А так, качество, конечно, фортексовское, шикарное качество. Я знаю, я пробовал в них биться, они сидят на руке плотно, удобно сидят фортексовские. Ну, в основном отличие в чем удобности? В том, что есть защита пальца или нет. Это одно из важных вещей. А так, в принципе, они сильно не отличаются. Еще плюс можно обратить внимание вот на эти. Они не для боев, для спаррингов. Часто бойцы последние спарринги перед тренировками применяют такие перчатки, более с мягкой подушкой. И когда можно производить и захваты, так как в боксерских перчатках захваты производить сложно. И вот такие применяются более с большой подушкой для последних дней, для спаррингов. Вот так. Так что такие вот отличия примерно. Так что всем привет. Приходите в магазин, в новый магазин Octagon Shop. Всем всего доброго. Это был Марат Балаев.